Итак, третий вариант. Вот такая намотка. Вот такой вариант. Здесь у нас только меринос. Три разных артикула. Цвет горчицы, малахитовый цвет и цвет фуксии. Все три мериноса имеют разный метраж, за счет чего получается, что желтого гораздо больше по цвету в этом образце, поскольку он самый толстый, самый тонкий цвет фуксии. Ну вот выглядит вот так, и вот так выглядит в бобине. Постарались смотать не плотно, так чтобы один цвет не забил другой. Еще раз повторюсь, это две новинки. Вот-вот выставлю на сайт, и вот такой малахит, он у нас уже на сайте есть. Вот сейчас камера поймала, очень красиво цвет, тот, который в реальности. Посмотрите, какая красота. Все будет доступно на сайте в разделе «Мотки и эксклюзивные миксы». Желаю всем добра и приятного вязания!